Приветище! Это Спаситель Островов, и мы продолжаем очистку лавового острова. В прошлой серии мы нашли ключик, который откроет вот эти ворота. Сейчас мы это и сделаем. Так. Отличная работа! Удачного исследования и очистки островов. Что же мы здесь увидим с тобой? О, нифига себе, какие валуны грязи. Скомканный пластик, стекло и алюминий. Здесь нам, конечно же, понадобится горный козел, который это все разнесет своими крутыми и мощными рогами. Козел! Ты где там? Ты мне нужен. Ништяк. Словно свою тачку призвал. Так, но перед тем, как мы начнем здесь все убирать и разносить, нам нужно с тобой зайти в магазин Пигби. Дело в том, что мне написало огромное количество человек, что я забыл сделать апгрейд. С самого начала, как я прибыл на лавовый остров. И это действительно так, я забыл купить вот этот апгрейд за 150 монет. Сейчас у меня денег в достатке, тогда их не было, поэтому мы покупаем этот апгрейд и можем наслаждаться огромной вместительностью моего рюкзака. О, ништяк. Вот сейчас мы его и проверим, насколько он стал вместительным. Мой трэш-бластер. Ну чего, давай собирать. По идее, должно по 40 мусора влезать в наш трэш-бластер. Сейчас мы убедимся в этом. Так, двадцаточку я собрал. Ну, действительно, уже больше двадцатки. Стак у меня собрался стекла. Больше двадцатки стак пластика. Ништяк, блин. Все, 40 это максималочка. Ну что, у меня все битком. Пойдем сейчас отмоем с тобой оборудование для сбора мусора. Вот тут вот оно. Наши трэш-автоматы. Так. Половину мусора мы сейчас с тобой сразу же сбросим на постройку этих автоматов. Кстати, а ты лайк поставил? Подписался? Нет! Давай быстренько под видео опускайся. Ставь свой царский лайк. Подписывайся, если ты еще не подписан. Ну вот, автомат я построил. Еще тут яичко заметил. Сейчас яичко заберем. Киви прям возле него трется. Нет бы подлететь и забрать. Но, конечно же, киви у нас ленивая задница. Яйца должен собрать исключительно только я. Также было очень много комментариев о том, что не убирай территорию перед тем, пока не построишь все, что необходимо на ней. Это тоже было бы логично. Наверное, я сейчас и воспользуюсь этим советом. Очищаю все, что тут только возможно, строю, и только потом начинаю уборку. Но это не всегда поможет. Дело в том, что... О, к нам кто-то прибежал. Кто там? Игуана! Нифига себе, у него ротище мощное. Кстати, у него во рту копилка. Офигеть. Короче, не всегда это помогает. Смотри, например, вот здесь вот я начинаю очистку, не убрав вот эту территорию. И нифига оно не очистилось. Здесь я ничего не могу построить, пока я не уберу мусор. Вот такая здесь технология. Так, мусор убрал, все очистилось. Видишь, и теперь я могу здесь строить. Короче, здесь все взаимосвязано. Вначале убери, потом помой, и только потом строй. Ты, кстати, посмотри на шкалу счастья. 3 мега-грязнюка должно к нам прибежать. Ух, будет сегодня битва. И, кстати, я где-то здесь видел яичко. Может быть, с этой стороны? Яичечко. Вот оно где спрятано. Ну что, весь мусор убран, за исключением вот этих огромных мусорных колобков, которые нужно разбить. Но сперва, прежде чем это сделать, мы, конечно... Ох ты, нет, еще вот здесь вот я мусор не убрал. Так, сейчас мы это исправим. Вот, все, вот теперь все. Нам остается здесь только построить грядки и запустить вот этот фонтанчик, озерцо небольшое. Чем мы сейчас с тобой займемся? Что нам для этого озерца нужно? Давай-ка, бот. 5 налоговых токенов. О, блин. Налоговые токены. Так, давай-ка мы его оттуда уберем. Ты нам нужен в другом месте. Прежде чем получить налоговые токены, нужно освободить карманы, которые у меня битком набиты мусором. А мусор, как мы знаем, можно использовать на грядках. Сейчас мы эти грядочки быстренько обустроим, чтобы у нас тут росла красота. Вот так вот, что там у нас? Мунбаш. Лунное растение какое-то. Где мой горный козел? Козел! Куда ты убежал? Давай-ка разобьем свою пару шариков. И раз, и два, и три. Ништяк, все. Можешь гулять, больше ты мне не нужен. Отлично, теперь есть где воду набирать. Ну же, озерцо. Какое оно красное, странно. А чего это оно такое красное?
Ну чё, пойдем в магазин Пигби и будем заказывать семена. Лунные семена и Maple Tree. Мы заказали у Пигби нужные нам семена. Сейчас мы их получим. А, блин, у меня же все битком. Ну что ты будешь делать? Надо скинуть мусор. Все, весь мусор сброшен. Собираем семечки и сажаем. Все, хотел, видать, денежное дерево посадить. Монеточку кинул. Так, сюда. Сюда муновская. Сюда тоже мун. И вот сюда. Поливаем и смотрим, кто к нам прибежит. И какие растения вообще вырастут. Все полито. Итак, что у нас тут растет? Какое интересное дерево. Что же за фрукты будут на нем? Красные листики? И кто ж их кушает? Лось! О-о-о, прикольно. Лосяш мой. Теперь у меня есть свой лосяш. Так, а тут у нас чего? Какие-то бананы? А, это лунное растение. И кто же у нас лунные фрукты ест? Волк, который воет на луну. Он больше похож на вампиренка какого-то. Мои датчики показывают, что я не до конца убрал эту территорию. 3% мусора где-то тут валяется. И где этот мусор? Чего я здесь не очистил? Короче, не знаю, где здесь еще грязь. За исключением вот этого огромного колобка прессованного. Мы его сейчас тоже с тобой разобьем. Козляш. Давай-ка мы сейчас с тобой сбацаем здесь. Рок-н-ролл. Хопа. Ой-ой-ой, катиться я не хочу. Да блин. Весь мусор, короче, скатился вниз. Ну вот. Надо его быстренько собрать, пока здесь все не заросло грязью. Ну что, надо обратно как-то лезть. Своими двумя я никак не залезу. Придется прибегнуть к тигре. Тигра? Дерзкий, ловкий и быстрый. Он сможет забраться сюда. О, козел. Давай наверх, что ты там трешься? Убираем отсюда мусор и... Все, наконец-то. Весь мусор убран, но... Три мега-грязнюка ползут ко мне, чтобы напакостить. А, кстати, еще и мелкота с ними. Блин. Мелкаши, нафиг вы вылезли? Капец, они сейчас тут все засрут. Обрыгают и обостют. Давай же уже, погибай. Последний остался. Лосяш там психует, паникует. Сбил бы уже своими рогами. О, вода закончилась, вот это плохо. Быстрее набирать водичку. Я не дам тебе изрыгнуть свою грязь на этот цветок. С насекомыми. Блин, я опоздал. Он все-таки его обливал. Ну вот, с мега-грязнюками я разобрался. Нифига себе. Убить 10 мега-грязнюков. О-о-о. Да я монстр просто. Мне должны статую поставить на этом острове. Да вообще на каждом острове, который я очистил и спас. И только, наверное, ставить мне будут памятник, скорее всего, из мусора. Ну что, осталось только спасти наших животных. И, в принципе, все. Этот участок очищен. Лосяши какие набитые, жирненькие. Голубой лось? Серьезно? О-о-о. Надо бы перекрасить все это дело. Подожди. Без краски тут не обойтись. Еще можно шляпу прикупить. О, лоси полицейские у меня будут здесь. Так, перекрашиваем лосей. Какой-то цирк ходячий. Зеленый лось. По-моему, он болеет чем-то в таком расцвете. Фиолетовый, синий. Блин, ну ладно, пусть такой будет. Одеваем ему, значит, мигалку на голову. О, он счастлив. Так, и вот этому лосяшу, голубому, тоже одеваем каску. Но перекрасим мы его, конечно же, в другой цвет. Пусть он будет вот такой вот. Лось Санта-Клаус, полицай. Че у нас с волком? Какого цвета ты? Ну, в принципе, цвет у тебя неплохой. Но я хочу посмотреть, какие еще есть. Так, мне понравился вот этот цвет. Прикольный. Тебя тоже перекрасим. Две игуаны осталось. И этот участок очищен. Опа-опа. Волки мне сейчас помогут. Волки своим воем разбили окаменелости на автомате. А я-то думал, как мне все-таки расплатиться за проход. Ну что, давай покупать, короче. И гнать дальше, за батареями. Именно здесь где-то должны быть батареи. Ух. Вот она, лава началась. Лава по лава. Надо кое-что построить тут. Мусор у меня... Ну, кроме пластика у меня тут ничего нету.
А, тут тоже насос будет. 10 налоговых токенов нужно. Ну все, насос мы построили. Сейчас мы сможем перебраться на ту сторону. О, отлично. Так, 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 что у нас здесь? Яичек тут нет спрятанных? Вроде бы нет. Вон, одно яйцо вижу. Оно даже не спрятано, прямо передо мной. Забираем. А тут у нас еще будет еще один насос. Ну да, придется еще за токенами бежать. Кстати, я уже вижу на той стороне аккумуляторы. Они просто там стоят. Я-то думал, мне их придется вытащить из какой-то машины там или еще что. А они просто вон там вот стоят аккуратненько. Ладно, пойдем за яичкой, значит, сбегаем. Интересно, как думаешь, я отсюда допрыгну туда или нет? Опа, нифига себе. Вот это я прыгун. А вот и батареечки. Одна... А, нифига себе, их нужно всасывать в пылесос свой. В трэшбластер. И, по-моему, они не заряжены. Их еще нужно будет зарядить. Вот это, конечно, капец. Капецкий. Мне нужно 10 батареек. 4 я уже собрал. 6. И 7. И там 8, 9. Так, где-то еще одна батареечка должна быть. 9, еще... А, вот еще одна. И чтобы мне попасть туда, нужно... эти батареи разряжены. Да ладно тебе. Я это понял, как только подобрал одну. Вам нужно перезарядить их, прежде чем они смогут питать портал. Используй Powerheads для зарядки ваших батарей. Стреляйте в рот Powerheads, и он зарядит батарею для вас. А, Powerheads — это вот эти огромные статуи. Кстати, в комментариях мне писали, что эти статуи тебе еще помогут в конце. Вот оно что. То есть получается, на этом материке есть 10 статуй, в которые я должен запихать эти батарейки. Сейчас попробуем. Ну-ка. А, он в себя их просто всасывает. А, нет, подожди, нет, как-то не так. А, прикольно. Выплевывает. Все, он, короче, разрядился. Понятно. Короче, одна такая статуя на одну батарейку. Ну, в принципе, я так и думал. Конечно, это полный головняк с этими статуями. Найди их еще, они же спрятаны. Вот еще одна. Возле белок тоже статуя трется. Пришло время вернуться в самое начало. Здесь нас ждет 5-я статуя. Кстати, здесь же есть и 6-я статуя. Пойдем сходим к порталу. Может быть, там еще 3 головы спрятано. Одну из них я вижу. Раз, головка. Блин, долбанный портал, а. Может быть, нафиг его, Киви, а? Мне еще 2 батарейки где-то найти надо. А, вот, кстати, батарейки вот сюда, скорее всего, будем вставлять. Может быть, я уже могу их вставить? Ну-ка. Да не, они как-то не так вставляются. Давай-ка бежим этот портал, посмотрим, что у него там сзади. А, здесь яичко. Шикарно. Я думал, тут у него голова будет. А что там он светится? Что-то здесь светится. Тебе не кажется так? А, это лава светится. Но я уверен, что если я вот так вот пролезу, я чего-то да найду. Конечно же, яичко я нашел. Подожди, там еще одно яйцо. Вон там вон яичко вижу тоже. Яичко! Надо вот через вот это вот дерево пробраться, если это дерево вообще. Какие тут странные ветки. А как мне сюда пролезть-то? Может быть, на баране? Он эти ветки сможет сломать своими рогами. О, точно! О, ништяк! Он их разбивает, крутяк! Вот она еще одна энергетическая башка, которую я пропустил. Блин, кажется, я в нее не ту батарейку закинул, или ту. Не, все ту, отлично. Так, ну все. Еще одна энергетическая башка осталась. Кстати, насчет этого яйца. Мне кажется, что нам бы смог помочь козел. Мы сейчас как шибанем по этому куску камня. И все должно упасть. О, нифига себе, как я его подобрал. Просто заскочил на эту гору. Ну правильно, это же горный козел. Пигби, ты бошку не видел светящуюся? За себя посмотри, не ели ты ищешь. Блин, спасибо, надо было раньше к тебе обратиться. Все, наконец-то все батарейки у меня сейчас будут заряжены. Чума. Ну что же будет сейчас? Прям капец как любопытно. Че, просто сюда их поставить, да и все? Нет, как-то не так. Может быть, их в портал вкинуть? А, точно, в портал. Так, 10 батареечек. Все они вставлены. Точнее, вкинуты.
Смотри-ка на грязнюков, они возвращаются в свой грязный мир. И он ключик тащит. А, они меня отблагодарили золотым ключом? Ура, грязнюки теперь могут вернуться домой. И посмотри-ка, они дают тебе золотой ключ. Спасибо тебе, грязнюк. Ты единственный добрый из всех грязнюков был. И чего, и чего? Ну, понятно, да, что этот золотой ключик откроет вот эти вот врата. А там финалочка нас ждет. Драпай до последних золотых врат. Я думаю, что одно яйцо будет там, возле финала. А еще одно яичко придется поискать. Вот они наши золотые врата. Хотя я бы не назвал, что они золотые, они огненные. Открываем. И где мое яйцо? Точнее, Кивино яйцо. Здорово, Киви. Ты тут свое яйцо не видел? Я знаю, что вот тут вот есть одно яичко. Сейчас мы спустимся, заберем его. Опа, отлично. И последнее, где же оно? Короче, я не знаю, где еще может быть одно яйцо. Может быть, мне в портал зайти, там будет оно спрятано. Как думаешь? О, ну там прикольно. В этом портале. Но войти в него, к сожалению, не могу. Капец, сколько там мусора. Ужас. Пластик, алюминий, стекло. Чего там только нет. Короче, я нашел последнее яйцо. Как оно спряталось, то капец. В общем, когда я плавал на тигре по этим речкам, я просто забыл заплыть вот сюда. Вон оно, последнее яйцо. Как оно тут спряталось. Отлично, все яйца собраны, теперь можно отсюда улетать. Ну что, я тебя и себя поздравляю. Наконец-то мы прошли этот лавовый потный остров. Можно отсюда улетать. О, да. Поздравляю, ты спас лавовый остров. Ну вот и пришло время прощаться, но не забывайте заботиться об окружающей среде и всегда помнить, что из мусора можно делать деньги, перерабатывая его. Ну что, летим, Бенов? Да погнали уже, погнали! О, да, ну давай посмотрим наш рейтинг. 3 звезды, по-любому. Да, 3 звезды, 100%. Без кредитов, без всего. Ну, кредит мы брали, мы его погасили, успели погасить, так что мы вообще красава с тобой. Но это еще не все. Дело в том, что у меня есть... О, мультик. Ну, давай посмотрим. Скорпион в шляпе. Да все тут в шляпах, такие прикольные, забавные. Миша-строитель в касочке. О, тигру надо было тоже такую же каску нацепить. Все рады чистому острову. Все животные счастливы, и они просто в раю. Точнее, живут в раю. Ну что, я хотел тебе сказать, что у меня есть еще один остров. Это остров динозавров. Я, если честно, не представляю, с кем мы там будем бороться, потому что грязнюков мы отправили в портал к себе домой, но, видимо, там кто-то будет новенький. Но об этом мы узнаем с тобой в следующей серии. Так что с тебя лайкос, подписчик, если ты еще не подписан, и крутой комментос. А я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.